Большой шаг к энергетической независимости от Украины сделал Крым. Там заработала первая нитка энергомоста из Кубани. 200 мегаватт в сутки. Этого пока мало, чтобы полностью заменить взорванную на Украине магистраль. Но уже хватает, чтобы свет был в домах, нормально работали школы и больницы. Стратегическому проекту дал старт президент, который приехал на полуостров накануне вечером. Владимир Путин поблагодарил инженеров, которые создавали линию, и отметил, в ближайшее время энергосистема Крыма выйдет на новый уровень. Это будет надежная собственная система генерации, связанная и с основной энергосистемой России, и плюс еще своя собственная в 2017-2018 году будет больше, чем сегодня получали из Украины. Собственная будет больше, чем сегодня получали из Украины. Поэтому мы обеспечим возможность для развития экономики Крыма на достаточно серьезную, как минимум, среднесрочную перспективу. К 20 декабря мощность линии удвоит до 400 мегаватт, еще 400 даст вторая очередь к маю будущего года, уже 800 мегаватт. В 2017 году подведут газ с Кавказа, и через два года в Крыму построят две электростанции по 470 мегаватт каждая. Таким образом, уже к 2018 объем доведут до 1740 мегаватт, то есть практически в два раза больше того, что раньше поставляла Украина.